Пока взрослые активно готовятся к предстоящему фестивалю Тафиса, где будут представлены национальные виды единоборств, маленькие ульяновцы решили провести свой фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Мероприятие прошло на базе детского садика номер 100 в Новом Городе. Кроме воспитанников самого учреждения, участниками стали ребята из детского сада номер 31. В фойе гостей встречали национальными блюдами. Здесь и мордовский каймак, и татарские костыбы, и чувашский хуплу. Готовить вкусности дошколятам помогали мамочки, которые также примерили на себя национальные наряды. Ну, я считаю, что для детей это важно, чтобы они знали свою культуру, свои традиции, истоки, потому что многие дети уже не знают, откуда они родом, какая у них национальность, и иногда даже, можно сказать, стыдятся этого. После дегустации перешли к главной части фестиваля – национальным видам спорта. Ребята соревновались в перетягивании каната, беге с коромыслом, борьбе мешками на бревне, эстафете и шашечном турнире. По словам организаторов, состязания были подобраны таким образом, чтобы дети продемонстрировали свои умения в видах спорта основных народностей, проживающих в регионе – русских, татар, мордвы и чувашей. Мы живем в многонациональном государстве, и очень важно детям, именно детям, прививать любовь и уважение к народам, которые проживают с нами вместе на одной территории. Большим подспорьем в этом выступают именно детские сады и мероприятия, подобные сегодняшнему, которые наглядным образом демонстрируют, что же такое единая дружная семья, что такое понятие как дружба народов. Это очень важно. После окончания соревнований участников ждал мастер-класс, где опытные педагоги научили детей делать национальные обереги. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.